Меня зовут Мухаммад Саид Мамасаидов, я студент третьего курса университета Инха. Мы с моими друзьями создали приложение Тахрирче, которое помогает пользователям писать правильно на узбекском языке. Это приложение является клавиатурой, которая умеет предсказывать, исправлять и дополнять слова на узбекском языке. В нашей команде три человека. Один Python-программист Джасур Юсупов, один дизайнер, Ясмина Аблаева и я. Создавали это приложение 2 месяца. Само ядро узбекского языка мы создавали где-то 7-8 месяцев. Это ядро представляет собой модель узбекского языка, которая умеет распознавать все возможные комбинации слов, которые могут быть в узбекском языке. Где-то 1,5 года назад я заинтересовался спеллчекинг. Это проверка орфографии на языке. Например, для английского и для русского существуют уже спеллчекеры, которые уже нативно интегрированы в разные системы. Например, в айфоне, в андроиде для вас проверяют слова. Да? А для узбекского языка такого еще не существует. Это является как-то проблемой на данный момент, мы попытались ее решить. Если вы знаете, есть такой проект Grammarly, который на английском помогает вам писать правильно, грамотно и избегая все стилистические какие-то ошибки. Да? Вот мы тоже хотим сделать такой проект, который похож на Grammarly, только на узбекском языке. На самом деле трудностей было много, начиная от словаря до справочника правил, скажем так, морфологии узбекского языка. Словарей на узбекском языке не так уж много. Даже если они есть, то в словарях у нас не указываются части речи, является это слово существительным, да, глаголом. Вот этой информации у нас не приводят в словарях. Нам пришлось все вручную категоризировать. Далее мы прочитали, исследовали несколько книг по морфологии узбекского языка и внесли вот эти все правила в язык компьютера через код, так, чтобы в итоге окончательная модель могла распознавать, знала все эти правила узбекского языка и могла распознавать эти слова. На самом деле применений для этой модели много. Одним из применений является spellchecking, проверка правописания. Но в дальнейшем мы можем это использовать для распознавания речи, для анализа, например, тональности текста. Вы можете определить, является ли текст положительным, да, или отрицательным. Это касается, например, отзывов на какие-то продукты, сервисы. Да. Можете определить, является ли сказанное этим человеком положительным или отрицательным. Да. Вот эта модель мы решили сперва это использовать для спеллчекинга. Потом мы в ходе создания мы сталкивались со множеством, например, аффиксов. Как вы знаете, узбекский — это язык, где мы добавляем аффиксы для обозначения дополнительного значения. Допустим, слово «болам», да, это переводится на английский, на русский «мой ребенок» или «my child», то есть в виде двух слов. То есть узбекский язык может в себя, одно слово в узбекском языке может обозначать несколько слов, а то и целое предложение на других языках. Этим и он и отличается со своей такой сложностью для компьютеров. Для обычных людей это может казаться несложным, сам язык, но для компьютеров это представляет некую сложность, потому что длинные слова требуют много времени, чтобы
компьютер их мог понять, эти длинные слова. Поэтому нам пришлось использовать, пойти по стопам похожих языков, например, турецкий, финский. Мы использовали их путь, то, как они это делали. Например, турецкие ученые это сделали в 1994 году. У нас тоже были ранее попытки это сделать, да, в других языках, но окончательная модель должна быть так сделана. Но в общем доступе мы их не нашли, пришлось нам это делать самим, изучать язык, правила и морфологии, добавлять туда разные аффиксы, да, и в итоге мы сделали простую, но работающую версию. Пока что наше приложение сделано только на Android. Вы можете это скачать бесплатно, да, в открытом доступе, есть даже код. Но для того, чтобы внедрить это приложение во все платформы и для веб, сделать веб-версию, да, у нас есть планы внедрить это в Microsoft Office, в Word, там, Excel. Для этого всего нужна рабочая сила. Нас трое, и некоторые платформы нам самим вообще не знакомы. И нам приходится учить эти, как писать на эти платформы, да. Было бы хорошо, если бы много людей работало над этим, мы бы могли сделать на все платформы SpellChecker, внедрить Тахрадже в нашей повседневной жизни, да. Для этого, конечно, нам нужен грант, потому что наша изначальная цель — это сделать это приложение бесплатным. Если это коммерциализировать, то мы так и останемся на этой точке, где не будет доступно SpellChecker, не будет доступен, мы не сможем его использовать. Обычный человек не сможет его использовать, а это нехорошо, потому что SpellChecker — это один из базовых потребностей, да, человека, который пишет на каком-то языке. Если вы посмотрите, у английского языка, у русского, да, у многих языков есть SpellChecker. Сделать SpellChecker для узбекского нужно, и сделать его так, чтобы он был бесплатным. Нам нужно внимание государства, скажем так, да, и несколько человек. Мы хотим сделать такую команду из 10 человек, которые будут заниматься созданием именно клиентов для разных платформ, для веб, для Microsoft Office, для, например, браузеров, да, для iOS, можете улучшить версию для Android. То есть это, скажем, исследовательская работа, которая, я думаю, принесет пользу обществу, нашему обществу, да. Если вы хотите стать разработчиком, да, то вам потребуется хорошая усидчивость, да, и рвение решать проблемы. 80% программирования состоит из отладки, то есть мы находим ошибки. 20% — это созидание чего-то, да. То есть усидчивость и умение решать проблемы — это основные, да, навыки программиста. Мы думаем разработать плагин для Microsoft Office, именно Тахрадже. Мы хотим внедрить это Microsoft Office в виде плагина или нативно. Мы сейчас думаем, какие дизайнерские решения могут поспособствовать к тому, чтобы люди это использовали. Например, мы хотим еще добавить туда шаблоны документов, каких-то государственных документов, каких-то форм, да, чтобы это было в определенной базе, и пользователи могли бы просто использовать эти шаблоны. Ну, конечно же, да, редактирование текста, нахождение ошибок в правописании, это уже включено. И также это должно быть бесплатно. Ну, пока это продвигается медленно, но, думаю, скоро закончим. Это тоже будет, мы тоже объявим об этом. Скоро у нас будет сайт. Мы, если втроем, мы вряд ли можем многое сделать. И программные продукты требуют постоянного мониторинга, да, поддержки. Мы должны исправлять ошибки, которые нашли пользователи, да. Это требует много времени. Мы скоро уже заканчиваем универ. Так что мы хотим отдать это в надежные руки. В идеале это должно быть государство, потому что если это сделать бесплатно, то только в этом поможет нам государство.
Потому что в первую очередь это в приоритетах государства, чтобы язык был, сохранился в чистой форме, чтобы он не менялся, и он был универсальным, нормализированным во всей стране.